Чамбыч, вы видели, что он сделал? Какой хитрый, просто жесть! Я бы еще за Чамбычем побегал. Чамбыч молчаливый, умный и хитрый. Блин. Сухи. Ну, если хотите, тикайте меня, но я выполнял задание, я выхожу из задания, и Артем мертв. Вы поняли, что Чампыч сделал? Мы зашли втроем, и пока он делал задание, меня Чампыч убил. Здорово, народ, вы снова на канале Арти, у нас снова игра Among Us. Снова с чатом, снова со стримами, но это было просто мега-мега круто. И я очень-очень рад, что прошлые ролики вам очень сильно понравились, судя по отзывам. Поэтому я надеюсь, это видео будет еще круче. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал и погнали смотреть. Все, стартуем, да? Импостеры пошли. Прыгай, блядь. Или я могу просто вылезти отсюда. Блядь, меня планти сейчас спалят. Где? Я его снизу нашел, там где связь. Связь, я понял. Снизу. Снизу справа или слева? Здорово. Снизу справа. Он оттуда бежал. Там был чудо-вафля, по-моему. Или. Я стоял с кем-то там карточку, не понял, а потом. Ну я мимо вафли бегал, но я справа был. Я не знаю, как эта комната называется. Там, где нужно прицел навести, вот эта дичь. А, понял. И наверх пошел. Спалили, блядь, спалили, блядь. В складе. Ну да, и наверх пошел, да. В столовую шел и хотел перейти налево, ну, вниз, чем в управленческую. Короче, смотрите за Арти и за чудо-вафли. Это точно. Хорошо. Это точно не Арти, я уверен. На стрим зашел. Я, говорит, уверен, я просто посмотрел уже. Просто... Ну, вместе побегаем, я согласен, почему нет. Если что, если меня убьют, то это вафля по-любому. Мне нужно, чтобы второй импостер убил кого-нибудь, иначе это габелла будет. Здесь мы можем просто постоять. Здесь мы можем просто постоять, и все норм. Так в смысле, я не могу его убить, он же за мной типа бегает. Ну, короче, труп около реактора, вот, да. Нижний движок реактора. Да, да. Все понятно. Никого не видел, добежал только до трупа, все, 1, 2, 3 за мной бегал. Один килл, да, один килл у нас. Да, да. Да, да, еще раз иначе один килл. Иначе это не Арти, иначе было бы 2 трупа. Да, ну, логично, конечно. 1, 2, 3 с собой, типа. Арти. Но он, кстати, он со мной, кстати, не сразу бегал, вот 1, 2, 3, он как будто бы сначала отстал от меня. Да, в начале в самом. Тебя просто не увидел. Да, 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 я один бегал, ну я типа один бегал и бегал, квесты делал. Ну, еще когда в начале чинили реактор, Рома не нажимал на реактор, на верхний. Я сам стоял и ждал, пока кто-то другой не прибежал. Я внизу нажал на реактор. Так я посмотрел, вроде ты снизу есть. Да куда вы голосуете, Вермак? Куда спешишь? Вермак молчит и просто голосует. Тоже повод задуматься. Понятно, что ничего не понятно, короче. Кто-то в Вермака вкинулся. Это не Вермак. Я Вермака вообще даже не видел. Это ответочка. А, ну вы так смотрите с ответочками, а то выкинете его случайно второй раз. Все, я пока отыгрываю роль нормального парня. Сколько они тут на саботаже, господи. Если что, я скажу, я колбочки собирал. Да иду, я иду. Мне нужно, короче, 1, 2, 3 кокнуть и сказать, что он с лохматым бегал. Давай, Романыч, надо его кильнуть. Surprise, motherfucker! Блять.
Храм спалил, сука. Ай, лол. Ну, короче, труп в столовой, а Крама видел только что, убегал от него. Ля ты крыса, а? Чего? Ну, не я в столовой, в главной комнате, где кнопка. Я саботаж выполнял, типа саботаж начался, я его выполнял, я вообще вниз пошел, связь у меня последняя там задал. А вот насчет столовой, я в столовой даже не был в этом. Ну вот, я к трупу подбегал, а Крам вниз бежал. Короче, либо это самое... Я видел, а Крам, я сейчас там, где этот канистра, я видел, а Крам туда прибежал, сверху. Я только что труп нашел... в управлении. Ну, в смысле, так я же зарепортил, подожди. Я зарепортил сейчас. А еще, а у нас два трупа, лол. У нас два трупа. Один, два, три, который должен бегать с Арти, да? Да, но он со мной не бегал, прошу заметить. В этот раунд он со мной не бегал. А зря. И теперь два трупа. Короче, один стопудово Арти, а второй непонятно. Да, Арти-то за что? Я труп зарепортил, что саморепорт. Да, я видел, как Акрам от него отбегал. Я отменял Арти. Норм. Нет, подождите. Пять лохматый за кого-то вкинул, типа, и еще ребят, один. Ребят, розовый реально начали. Сверху бежал, как Арти говорит. Он прям бежал сверху. Просто я сейчас видел, как он от трупа отбегал. И сразу зарепортил. Ну, типа, от какого трупа? Я даже не знаю, где он. В столовой? Ну да, да, вот в главной комнате, прямо около кнопки. Вот я только что к трупу подбегал, и ты отбегал. А как я мог отбегать, если я был в управлении, я сам вышел. А ты какого цвета, подожди? Я просто кого-то... Я на складе видел, ты сверху бежал. Мне кажется, розовый, да, розовый был, вниз побежал. Ну я за розовый, я видел розового, я за него. А там как хотите, можете разменять меня. Ну, что сказать, ладно, буду молчать. Плохо, что не написано, ребята, прямо плохо. Блин, мы с вами Я так и думал, что... Подром, я тебя не поем, меня... Как ты меня не увидел? Я прям, Акрам, я прям перед тобой из вентиляции вылез. Я думал, ты увидел и начал бежать к кнопке. Ты понимаешь, я отключал этот саботаж, и ты пришел ко мне такой, и излево, я откуда знал, где ты вылез. А я вылазю, и ты стоишь. Лол, я думаю, ёб твою мать. В следующий раз Романыча просто сразу надо кикать, как самого подозрительного. Рома жив. Порешал всех. Второй импостер, добро пожаловать. С Акрамом, Акрам хорошо играет вроде как. Так, 1, 2, 3, он будет ко мне подозрительный. И поэтому я не буду, типа, его сначала. Блять, а вылезти-то нельзя здесь. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, типа, труп в управлении. Труп в управлении, но я только туда забегал, и за мной еще кто-то забегал только что. Мы вдвоем. Управление. Это снизу, пацан. Я редачил этот цвет. Потом ко мне прибежал 1, 2, 3. 1, 2, 3 я тоже видел, мы разменялись, как бы друг друга не убили. Черный. Да, и черный тоже. Вот только что к управлению кто со мной подбегал? Просто вот с 1, 2, 3 мы разминулись, друг друга не убили, типа нормально все. То есть он оттуда выбежал, по факту. Нет, мы прям. Ну, хотя, подожди, но мы внизу пересеклись. Значит, выбежал туда, он обратно. А, кстати, Plenty пишет в чат. Никого не видел, я первый раз играю, я просто побежал. Арти вышел оттуда и зашел. Нажал репорт, в смысле? Я не выходил оттуда, я забежал туда и нажал репорт. Да я думаю, пока скипаем, но я просто его видел, как мы внизу разминулись. Не знаю, Планти говорит, что я выбегал из комнаты. Когда не было света, я был в грязи. Это 100 пудов Арти. Кикайте меня, потом, да? Потому что Арти выбегает, я его встречаю, и он сразу забегает и нажимает репорт. Арти? Ну лол, ну я типа не выбегал. Давайте в баланс берем. Я и говорю, сначала можете кикать его, потом с пробудов. А кого? Я предлагаю побегать. Типа, если хотите, со мной бегайте и все. И 1, 2, 3. Я не успел, вы не сказали, кого успел. Суки. Я на скип нажал. Я тоже не скип. Ай, кикнули стримера бедненького. Но сейчас кикаем вот этого. Plenty. Ой, блять, испугался. Да что такое? Я не знал то, что я смогу, ничего, могу я бесконечно сидеть. Голосую, как бы. Да, в баланс убираю. Да, да, в баланс. А где он его успел убить? Я даже не видел. Столовый.
Так, ну 12-13 это ж да. Не он. Мы и с ним бегали. Кто-то еще с нами был в, на карточке. Мы были я в был в нижнем реакторе слева. Нижнем, ну слева нижний, короче, на карте прям левый. Ну да, слева нижний, все правильно. Блин, там не чудо вафли ли? Я бегал. Мне кажется, это или чудо афли, или черненький. Опять ты за меня вкидываешь. А Крам мог меня убить уже много раз, на самом деле. Вот я Чампыча не видел и Чудо Вафли. Правильно, правильно, а Крам мог убить. Когда был саботаж на реакторе, Чампыч стоял, смотрел в камеры, но не бежал чинить реактор. Ну, на камеры смотреть тоже нормально, в принципе. Да, зачем 20-ром толпиться? Потом идти на камеры. Да, ну, да, нам нужно кикать же кого-то, нет? Кикать? Ну, давайте... Может, вафлю, раз уж это... Может быть, вафлю. Скорее всего, за Чампыч. Минус вафлю. Хорошо. Чё такое? Чё такое? Чё? Задание выполнил. Ты выполнил задание. Ну, мне одна осталась. Ты меня и только шесть ее прерывал. Мы бегали за... Ну, мертвые тоже с этим могут и не выполнить задание. Типа, они могут и просто сидеть. Нет, мертвые должны выполнить задание, иначе мы проиграем. Ну, у нас, как мы выкинули чудо-вафли, все. Я бегал за Чампычем, он в основном бегал. Нет, сегодня нет. Сегодня бегал. Скорее всего, он для себя просто плюсик поставил в этот в реактор, чтобы не взорваться. И все. Как мне кажется. Я от тебя бегал, между прочим. И ты дверь, и ты, скорее всего, кто-то закрыл двери в столовой, когда ты сам. Двери можно закрывать в любой момент. Да. Но и в любой, если ты хочешь находиться. Мне стало странно, то, что за мной бегает 1-2, 1-3 с вермаком, они преследуют меня. Я хочу от них убежать, я боюсь их, а они меня преследуют. Ой. Да и дави экран, нужно кикать его. А кто за кого-то, типа. Сейчас посмотрим. Бежим за черным выполнять задание. Все вместе бежим. Они же не пойдут кнопку жать. Чампыч вообще капец какой скрытный. Я его вообще не вижу. Блин, я не знаю, как ему еще помочь. Блять, я его закрыл, да? Я его одного закрыл, блять. Ну ладно, я отвел от него подозрение, нет? Саботировать больше не могу. Хорошо. Хорошо, 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 текай, текай, текай. Они пока электричество там делают. Блять, их бы отвезти оттуда еще. Тут они вот сейчас последний момент, как они решают, так и будет. Он бегал за мной еще, он бегал сейчас за мной прям вообще прям по этим. Ну, вы все за мной тоже бегали, но смотри, когда я бежал, мне дверь отрезали. Типа, меня закрыли. Вы оба, вы втроем остались. Вы, кто-то хотел либо меня убить, по-любому, потому что из вас кто-то один мирный, кто-то один этот. Либо кто-то из вас хотел меня убить, что дверь закрыли, скорее всего... Ну, Чампыч меня бы уже, так как мы остались с ним вдвоем, он мог перерезать и все меня. Ну, а я Чампыч бы это заметил бы и его обвинил бы, понимаешь? Я же за дверью был. Да. Я бы увидел бы труп потом, сразу. Потом, когда я бежал в столовую, передо мной дверь закрылась, я побежал сразу направо, и Чампыч за мной побежал. Ну, блин, а и что, нам троем? А почему ты не можешь быть импостером? Вдруг ты нас всех тут обманываешь? Я все не, уже задания просто... выполнил, то, что у меня были. Но я тоже закончил все задания. Что у меня за задания были? И где они были? Задания можно придумать. Я тоже могу перечислить. Придумать? Я тебе могу все четыре сказать, которые я выполнял. Тут их не так много, чтобы запомнить, как 36 карт в колоде.
Это Акрамыч, голосуй против него. Я бы тебя давно уже грохнул бы, даже возле карты. Ну, я тоже мог бы давно кого грохнуть. А он с 1-2-3 убежал. Но мне Чампыч не нравится. Довольно подозрительный. Да и зеленому я даже не могу доверять. Я вообще никому не доверяю. Завершаем. Голосуй до конца. О, господи. Вы проиграли, знайте об этом. Ну, сейчас посмотрим, что показано будет. Корову не проиграли, деньги ставились при себе, так что все нормально. Вы понимали, в арте кикнули в начале, это просто... Да, да. Минус помощник. Арти. Да, я там косякнул, конечно, жестко. Ты испортил мой план, когда начал саботаж в реакторе. Я хотел в электричество отключить и убить кого-то, но ты берешь в реактор, я такой, нет. Да я пытался разрулить. И дверью я тебя случайно закрыл.